Хлопці, вот наш первый шаг на эту сцену. Мы хотим представить вам нашу группу. Не прочитали мы ни горький клип, но, к сожалению, горький нет. Так нет, мы за техники, да, и колешу все шлем привет. А началось все. Вот оно попомнили наше лето, лето я при зеленью одета, лето жарким солнышком согрета, дышит это ветерком. Да, лето это хорошо, но пора подумать и о будущем. Есть школа чудесная для хороших людей. Идите учиться туда поскорее. Наши мальчики и девочки очень разные, и в этом вы сегодня убедитесь. Очень много у нас в группе спортсменов, танцоров, певцов. Ну что мы все говорим и говорим, вы сами все сейчас увидите. Можно говорить многое про наших ребят. Мы постараемся произвести нас приятное впечатление. У нас есть маленькие и большие. Над нами солнце светит, не жизнь, а полтора. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят... Находчивые. Мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле узла. Как лет сражаюсь ради, прожился я как пчела. А мир как у собаки, а глаз как у орла. Очень важного человека, подарившего нам жизнь.
На свете добрых слов живет немало, но всех добрее и нежнее одно. Из двух слогов простое слово «мама», и нету слов роднее, чем оно. Мамины руки – тепло, мамины очи – светло, мамины сказка во сне, мамины гены во мне, мамины мысли со мной, маме – поклон мой земной. Оно еще даже и не вышло. Оно красится, сидит. Ready, go! Вот если б не попал, вообще что не было. Так, ваши проблемы лежат несколько глубже, да? Давайте пройдем, попробуем оценить вашу семейную жизнь по пятибалльной шкале. От одного до пяти, доктор, это как-то несерьезно. Давайте как-нибудь увеличим границы. Ну хорошо, давайте тогда по стобальной шкале. Вот, уже легче. Один. Один? Что я полтора скажу? Один. Полтора сказать? Так, Игорь, вы агрессивный клиент, потому что вас в детстве била мама. Да. Мама брала тупую некрасивую женщину и била меня ей. Била, вот, пожалуйста, фобия. Некрасивую? Лена, не передергивай, я сейчас стал тупую. В вашей семье просто не хватает доверия. Давайте пройдем простой тест.
Лена, вставайте с дивана, становитесь ко мне лицом, закрывайте глаза. Вы будете падать, а Игорь вас ловит. Готовы? Да. Ну, Игорь! Ну, Игорь! Лена, ты провалила тест на доверие. Я бы рухнул, ты бы меня не споймал. Ты не доверяешь собственному мужу. И как с ним после этого общаться? Можно с ним общаться, он же вас любит, на самом деле. Ты падаешь или нет? Игорь, давайте серьезнее. Да ладно, люблю я ее, люблю. Ну вот, если будет кораблекрушение, в лодке будет одно свободное место, то кого вы возьмете? Ясное дело, что я возьму и вытяну ноги, отдохну хоть немножко. А у нее второй разряд по плаванию, она выгребет. Нежный горизонт, небо, все поем. Экстрим, хочется экстрим. Я к тебе приду через что-то, а поспеши ко мне, вижу океан. Вставай, с первой ночи не вставай, место для меня открывай.
совсем не лениться. Чтоб лучше не стать и вам нравится, от вредных привычек придется избавиться. Мы о хорошем будем думать, мечтать, планы смелые в жизни воплощать. Мы победим, мы устоим, мы все проблемы дружно решим. 11, правда, это отличная будет команда из славных ребят и прекрасных девчонок.